окуньки у нас поклевывают на намазу, адмирал Поппер. Вот, оказывается, тоже ловит. У нас тут на Юратском полигон для испытаний. Вот, хорошо хлюпает, неплохо. И ловит, даже он не крупного окуня, и то берет. Да? Хорошо? Да. Ботает хорошо? Да. Чувствуется хорошо на спиннинге? Да. Вот. Ну что-то никак не добросишь, что ли, до туда. О, как булькает. Даже здесь слышно. Кульк, кульк. Мне опять атакует, не хочет. Я хоть медленно веду, хоть так. Поппер Мирега у тебя, да? Да. А у меня я пробую. Чудесный. Но он так себе. Он мелкий какой-то. Работал. Летает хорошо. Опа! Есть! Атака была! Сразу? Вон там он атаковал. Да, в курсе, меня тоже атакуют, но не хотят брать. Нет, у меня поклевка была прям на вот этот даже поппер. А-ля Китай. Сегодня прямо он активный. Не зря поехали. Смотри, как далеко летит. А у тебя вообще атак очень много. Ну, у тебя промахи, ты просто, мне кажется, слишком быстро проводишь. Надо хлюпать. Все, выход закончился. У меня выход закончился. Нет, этот плохо играет. Он в воду погружается. Говно, да? Ну, как бы в другом месте меня не возьмет. Не так далеко кинул. Он, видишь, он вообще не... заглубляется, надо менять на Мирегу тоже. Хотя поклевка была и на него даже. Все, выход закончился, походу. Сейчас мы поменяем на Мирегу. А, у нас еще вот. Я клеил-то, который тоже. Это вообще китайщина прям. Опушку ему поставил, вот его можно попробовать пока. Пока ловим на интерес. Папа, что мы тут ловим? Сейчас пойдем туда. Тут тоже поклевывают. Тебе говорю, ты слишком его быстро тащишь. Ты не тащи. Он позволяет медленнее его проводить. Нет. А ты его прешь, блин. Как этот, как будто окуней амазонских ловишь. Опа. Вот поклевка, все, сел. Да не, не особо. Как щуку взял. Куда ты идешь? Да где он в траву идет? И дам тебе в траву. О! На берегу окунек. В новом цвете. Ой, он. Давай, иди сюда. Чайка прилетела. И что у тебя чайка это? Опять будешь ловить чайку? Пап, ты это ненормальный был, это мелковатый тоже. Пап. Ну закидывай! Я туда кидаю. Ты не туда кидаешь, ты его оттуда выводил, вообще-то. Вот так, подтащил.
Он меня издалека прям взял. Опа. Вон опять атаки идут. Опять на Мерегу вообще очень хорошо, да? На Мерегу вообще. Он вообще классный. Но тот тоже вот намазовский, да, мой хороший. Смотри, он работает. Вот эти китайщины вообще не хотят они особо. Так на зелененький была случайно поклевка, а так вот не хочут они на него. Видишь, давай им хороший. Я тебе говорю еще раз, не дергай сразу. Сначала контакт устанавливай. А потом уже дергать начинай. Сейчас попробуем, где у тебя окунь ты выманил. Ну это типа а-ля поппер. Я просто ему поставил этот. Что, мерегу-то не пробовал? На пушку. Сейчас мерегу поставлю. Я мерега знаю, что ловит. Чем мне ее ставить? Мерега я так знаю, что она хорошо ловит. Я пробую эти. У этого, мне кажется, хвостик мешает. Не нужен он ему. Он должен из стороны в сторону ходить. Ну все, ставим мерегу. Может, сместился. Он, видишь, перемещается туда-сюда, туда-сюда. Сейчас попробуем культиву 6,5-сантиметровую под плотвичку типа. О, я поняла. Поняла ты? Ты поняла? Я понял. Давай культивку зарядим. Эх, на культивку клюнул. А что это как резко? И такой мелкий. Ха-ха. Выход. На культиватора 6,5-сантиметрового. Давай. Несъедобный. Конечно, съедобный. Это вообще 20 сантиметров. Только эти несъедобные почему-то берут как... Да, они прям болтыхаются, как щука. Нет, я имею в виду, губы рвут часто себе. Берут на все тройник налазят, блин. Тройник-то большущий. У них рожь большая, походу. Культивку разловили. Он, походу, здесь даже такой голодный, что готов и плоту. Там, кстати, это жициты крупные скакали. Скакали жицы крупные. Они вообще хвостами 2 сантиметра. Есть. Вот это что-то покрупнее. Что-то они такие. Смотри, какой хорошенький. Они что-то тут такие голодные. Красивый окунёк какой. Да еще в жабры засандалил. Ай-яй. Офигенная, да? Да, хорошая. Тут они, походу, такие голодные. Тут вообще, походу, можно к 10 часам ехать-то. Даже не к 10. Время 11:30. К 11. Мне что-то ничего не пока не садится. Хочешь воблерок поставим, потренируйся? Какой воблерок? Я уже натренировался. А, тебе все-таки поверхностное. Может, тебе адмирала поставить попробуешь? Здесь еще. Он хлюпает сильнее. А, видишь?
Все, взял. Пнулась спинник выше. Вот. Как ты его, а? Вот ебаный тоже. Уже. Нифига он там брыкался. Понял, как спиннинг поднимать? Как взял только немножко подсечку и кверху спиннинг. И все, ну, его удивляет. Вытаскивай наверх его. Пап, там вообще целый стаж, да? Боролась. Тут вот они где скопились. Подожди, сейчас я тебе его очищу. Это вообще жесть. Это что-то окуня такие, которые берут... Понял теперь, как спиннинг надо да. поднимать? Упор делай, тут, то... Там даже трещал у меня фрикцион, как они хватают. Фрикцион надо посмотреть, у тебя, может, ослаб он? Нет. Он реально, я чувствовал даже... спиннингом, как он сильный. Ну да, фрикцион нормальный. А ты камеру включил? Раса. Пап, вот это на видео отчет. Сначала не везло, ну... Плохо бросил. Он когда атаковать начинает, видишь, коротким я беру. Оп, все, есть. Но это несъедобный. Понял? Да. То есть коротенькими рывочками ведешь. Как бы да. У тебя слишком длинный, все равно получается, как на амазонского окуня. Он реагирует, а схватить не может очень часто. Может, тебе лучше с этой стороны покидать, где я кидаю? Тут выводить. Там шесть да, плеснулось. Не знаю, сколько там плеснулось. Папа, мощные, да, окуня? Ну, они хорошо сопротивляются-то. Опа, атака была. У меня? Да, у тебя атака была. Сейчас я туда вон кину. Но ты ее прозевал. Я видишь, как веду? Вот смотри, я как плескаю. Вот, я понял. Его, а ты ведешь как это, как будто действительно амазонских окуней ловишь. Марлинов каких-то. Есть. Поднимай выше спиннинг. Во. Съедобный, да? Съедобный. Подожди, я тебя сейчас сфотографирую. Здоровый такой. Здоровый. Да. Здоровенький. Смотри, сюда вышел. Не зря сюда сходили, да? Ну да, видишь, здесь реагируют. Я тебе говорю, все равно найдем. Чего? У кого? Возьми за поппер, я тебя сфоткаю. Ультралайт там вообще нормально. Подцепился. Да. Даже очень съедобный. Взял на риджа. Во. Прыгал, прыгал. Вот где он теперь. Видел. Теперь он не в боке, а вон там где-то. То у меня обычно вон там он прыгал. Опять перехлестнулся из-за окна. Есть. Нет. Ну, берет. Оп, есть. Мелкий. Мелкий? Угу. Куда сочный, что ли, вообще? На риджа 56-й мелкий. Слушай, у меня там покрупнее воблер есть. Что он на все будет брать? Не знаю, на все, не на все, но... Вообще без разницы. Ты не перекрываешь немножко путь. Ты ловил немножко в сторонке, сейчас там... О! Есть. Поклевка была. Опа, а это уже не есть. Это есть.
И у меня есть. Вот у меня съедобные, и у тебя тоже съедобные. Ох, какие хорошенькие. Это, конечно, побольше, да? Да может, есть на капельку, да нет, наверное, скорее всего. Нет. Не побольше даже. Да, это вообще клёво. Подожди-ка. Хорошая съемка. Вот у нас любитель-профессионал поверхностных приманок. Так, а я сейчас буду экспериментировать. Сейчас, пока окунь есть, надо ставить, укрупнимся. Пап, меня уже поднуло два раза. Эльдорадо, да? Можно сказать. Окунёвый Эльдорадо. Не зря мы сюда перешли. Вообще не зря. Не говори-ка. Сейчас мы попробуем на понтуновский. О! Есть. Выматывай. Есть едобка. Маленькая. Снимешь его сам. Где рыбаки? Опа, есть. Даже на этого взял. На какого? Понтун 56-й. Крэк-джек. У тебя нормальный, да, съедобный? У меня мелкий. Съедок. Ай. Подожди. Сейчас давай я его покупаю. Не надо его покупать, что ты мучаешь рыбу. Сейчас мы его снимем и отпустим. Давай сюда. Твоего несъедобного. Такие крючки. Острые, да, у него? Угу. Губы будем им только не оторвать. Не получилось не оторвать губы. Будет без еды? Нет, тут нормально. Это у него заживет. Вот все. Лови, а пожалуйста. Вот эту петельку как можно разделать? Такую большую. Какую? Вот. Выброс туда делай, вон туда только. И сейчас размотаем леску. Подожди. Давай. И теперь отходи. Вот так выматывай. Вот. Все, давай теперь. Через руку немножко надо было сначала, чтобы натяжение было. Ну, блин, а? Ну, еще крэк-джека пустим разочек. Есть? Сидит? Да это не удивительно, ничего. Это, по-моему, съедобка. Это съедобный. Малыш съедобный. Да, съедобный. Ну, средний и съедобный. Ну, как клёв. Опа, атака была. Прям вон атакуют, вон вышли. Вон, смотри, сколько их вышло. Смотри, сколько. Смотри. Пап, оцепи. Офигеть прям. Пап, тут их дофигели, да? Да. Тут даже больше, чем там мы ловили. Ну, что, это съедобно, в принципе. Давай. Ничего им не разорвали, да? Я что-то с крэк-джеком даже не сфотографировался. Не ловится, да? Да, их тут подошло. Почему не ловится? На него ловится, только на него... У нас только крупные такие реагировали-то более-менее-то. А, это что, не крупный, что ли? Нет, что-то ничего. Подряд доломим. Это не лотерея, это раздавка. Давай, спиннинг повыше немножко. Сорвался? Да. А это крупный был, который сорвался. А, наверное, не сцепился полностью. Я вообще на бум кинул. Меня ветром снесло. Есть. Это мой. Которого я подцепил. О, какой красавчик. Смотри, горбатенький уже. Прямо. Ай! Что ты как реагируешь-то? Видал, какая тут лотерея? Тут хорошо клюет, прям мне нравится. Вообще клюет. С грибом даже.
есть, видишь, место нашли, где они бродят. И все, и понеслось. Сейчас мы попробуем уже другой воблерочек. Мне интересно. Что бы еще по... А-а-а, я знаю. Сейчас мы попробуем сначала страйк прошлый. Семерочку. На нее, по-моему, тоже реагировали они. Только ничего я тогда не поймал. Но тыкался. Может, здесь ткнется лучше. Он здесь реагирует. Да, это жесть. Вон туда. Что, выходит? Да, поплёк всего. Тебя, да? Нет. Во, сейчас клюнет. Ты знаешь, на семерку то ли клёв немножко утих, то ли ему не нравится что-то. Нет, он что-то вроде шло, но он у тебя сейчас булькнуло что-то. Да, он утих, сейчас выход опять будет, и уже будет запороду. Я говорю, можно целый день проходить, за полчаса наловить. Посмотрим. Значит, он в 11:30. 11:30 даже. Клёв утих, да? Да, перерыв какой-то. Там он еще один пляжик есть. Можно еще туда сходить. Гуляет, но берет. Не один раз гульнул. Вон у меня кто-то прыгает. Но не хочет я сюда. Нет, на это что-то не хочет брать. Что ты не прыгаешь? Прыгаешь, но не хочет цепляться. Где?